Катя ушла. Гоген Солнцев отпустил свою 63-летнюю жену и ищет новую возлюбленную. Эпатажный шоумен окончательно расстался со своей законной супругой и сейчас находится в поиске той, которая действительно сможет сделать Гогена счастливым. Весь прошлый год для скандальной звезды был весьма и весьма тяжелым. После свадьбы возлюбленных в семье начались ссоры, упреки и обоюдные подозрения в изменах. Также Терешкович весь год позорила Гогена и его светлое имя. Женщина прославилась своей скандальной натурой и дрочливым характером. Она не раз устраивала истерики и набрасывалась с кулаками на людей прямо в прямом эфире. Истеричная пара уже пыталась восстановить свои некогда теплые и искренние отношения. Гоген и Екатерина устраивали романтики, отдыхали на море и ходили в рестораны, на различные мероприятия. Они пытались сблизиться и подогреть друг другу свои любовные чувства. Но два диких характера не смогли ужиться, и актер, скрипя сердце, принял единственное правильное решение, как ему показалось. Гоген не раз признавался, что любит Катю и что не сможет без нее жить. Но ужиться с ней шоумен тоже не смог и отпустил свою жену, а сам занялся поисками новой возлюбленной. Гоген решил с помощью гадания узнать о своей будущей новой невесте. Поклонники звезды его взглядов не оценили и считают, что пара хоть и ссорилась, но они все равно созданы друг для друга, и им нужно помириться и попытаться построить новое семейное счастье. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!